За последние 10 лет количество автотранспорта в Улан-Удэ увеличилось почти вдвое. Пути сообщения при этом шире не стали, но их качество стало гораздо выше. Сейчас по городу колесит около 200 тысяч автомобилей. Для того, чтобы положительно влиять на дорожную ситуацию, в нашем городе работает интеллектуальная транспортная система. Данные со 145 умных камер, одна из них находится на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, обрабатываются в автоматизированном центре. А об основных ремонтных работах, ДТП, заторах жители могут узнать в специальном телеграм-канале. QR-код вы видите на экране. На этом телеграм-канале публикуется неблагоприятная дорожная обстановка, которая связана с ДТП, с заторами, чтобы водители, пассажиры автобусов, общественного транспорта могли выбрать для себя иной путь поездки для того, чтобы сократить время в пути. Этой же площадкой пользуются даже сотрудники ГАИ. Либо звонят туда, либо смотрят по выложенным видеозаписям, что позволяет им оперативно, практически мгновенно там принять решение, то есть не откладывать на разбор, на дознание и так далее. То есть видео посмотрели, показали виновникам, согласен, все, выписали, убрали с машины с дороги. Таким образом, работа сотрудников ГИБДД и аварийных комиссаров стала оперативнее. Ситуация на дорогах города гораздо спокойнее, а пробок меньше. Олеся Цыкина, Сергей Медведев, новости дня.